модифицировать для проведения тех же молекулярно-биологических исследований или Вестерн-Блота, оказывается, что вопросы микроокружения, которые иногда играют ключевую роль в судьбе стволовых клеток, они нарушаются, потому что мы нарушаем естественное микроокружение данной стволовой клетки. С точки зрения ограничения круга исследуемых органов и тканей, ну, здесь, опять же, это в основном связано именно с процессом искусственного прерывания эксперимента, то есть ситуации, когда мы хотим увидеть все-таки, как продолжает существовать макроорганизм после трансплантации, количество образцов, которые мы можем забрать, достаточно ограничено. В основном это образцы крови, образцы костного мозга, какие-то, может быть, локальные пунктаты. Вот. Ну и еще один важный момент, который обычно не может быть отслежен путем забора биологических образцов, это ранние стадии, которые наступают в течение минут, часов после трансплантации, которые, несмотря ни на что, очень часто играют ключевую роль в дальнейшей судьбе пересаженных стволовых клеток. Какие пути визуализации имеются у нас в руках для того, чтобы увидеть клетки, которые пересажены каким-то образом в организм реципиента? Во-первых, мы можем какую-то метку внести в клетку до того, как мы ее перенесли в организм хозяина. Такие метки могут быть видимы с помощью магнитно-резонансной томографии, если это микрочастицы, например, парамагнетика, или это могут быть радиоизотопные метки, которые потом позволят нам провести радиоизотопные исследования. Более продвинутым вариантом мечения, о котором я, собственно, больше всего буду сегодня говорить, это введение метки, которая позволит неоднократно наблюдать за нашей клеткой, а наблюдать на протяжении всей истории ее развития, а также за всеми последующими поколениями этой клетки, если мы вводим в эту клетку так называемый репортерный ген, то есть ген, который позволит эту клетку тем или иным методом отслеживать, неважно, это будет оптическая визуализация или радиологическая, с одной стороны, с другой стороны, опять же, что очень важно для этого метода, при каждом следующем поколении клеток этот ген не будет разбавляться, эта метка не будет разбавляться. Если мы пометим нашу клетку каким-нибудь красителем или радиоизотопом, то при каждом следующем дихотомическом делении количество материала на клетку будет в два раза меньше, что особенно с точки зрения стволовой клетки, которую мы предполагаем будет размножаться десятки и сотни раз, в итоге приведет к тому, что мы судьбу потомка уже никогда не увидим. А то, что касается прямой метаболической визуализации, если наша клеточная ткань, которая развивается из нашей стволовой клетки, обладает какими-то особенностями метаболизма, например, накапливает какой-то определенный вид вещества, то, конечно, мы можем с помощью пометки этого вещества теми же радионуклидами его увидеть. Ну и сходно с этим работает косвенная рецепторная визуализация. Если на ткани экспрессируются какие-то определенные рецепторы, то с помощью лигандов или антител к этим рецепторам мы всегда его сможем увидеть. Основной принцип, который лежит в визуализации, долговременной визуализации любых клеток в организме, это принцип невмешательства, если его так можно сформулировать по-русски. На английском языке он формулируется как принцип следовых маркеров, tracer. Основная идея этого принципа – это минимальная инвазивность метода визуализации, которая осуществляется за счет того, что количество визуализирующего субстрата находится в концентрациях в 1000 раз меньше, то есть 3 логарифма ниже, чем концентрация, которая может оказать какое-то фармакологическое воздействие. Опять же, этому же принципу отвечает принцип минимального насыщения аллосторических центров фермента, то есть наша визуализирующая проба не должна мешать течению естественного биологического процесса, который мы хотим увидеть.
она не должна блокировать естественные субстраты, их доступ к рецепторам или к активным центрам ферментов. Ну и естественно, что еще очень важно для развития таких вот проб, это количество носителя, то есть не меченого вещества, должно быть минимальным, и эта задача, собственно, отвечает предыдущей, почему носитель является отрицательным фактором, потому что чем больше пустых молекул, так сказать, мы вводим, тем больше они будут насыщать эластерические центры или места связывания лиганда, и таким образом, с одной стороны, снижать биодоступность для основного биологического процесса, с другой стороны, разбавлять нашу специфическую метку. С точки зрения возможности использования вот такого принципа, как радиоизотопные метки, мы фактически можем увидеть огромное число биологических процессов, практически любой биологический процесс, с помощью метода радиоизотопной визуализации, начиная с визуализации каких-то молекул на поверхности клеток, затем путь передачи сигнала с помощью протеин-киназ мы можем визуализировать с помощью радиоактивно меченных молекул-ингибиторов протеин-киназ. Межбелковые взаимодействия могут быть визуализированы не только радиоактивно, но и, кстати, и ингибитор протеин-киназ тоже не обязательно иметь радиоактивным материалом, если использовать меченные флуорофорами субстраты, они также могут визуализироваться оптическим путем. Оптический путь с точки зрения визуализации флуорофорами дает нам еще очень уникальный метод исследования взаимодействия, так называемый на уровне взаимодействия белок-белок, протеин-протеин взаимодействий. В этой ситуации, если молекула флуорофора делится на две части, что в большинстве ситуаций возможно, то когда, если мы каждый из белков взаимодействующих маркируем половинкой нашего флуорофора, то при взаимодействии белков эти две части оказываются достаточно близко для того, чтобы произошла необходимая реакция передачи электрона, что является основой для большинства флуорофоров, или, например, возник такой феномен, как передача частоты, Фред-феномен, когда флуоресценция одного из флуорофоров возбуждает флуоресценцию второго. С помощью малых молекул мы можем также визуализировать взаимодействие протеин-киназ, которые находятся дальше по пути передачи сигнала, а на том этапе, когда путь передачи сигнала дошел до ядра и в ход вступили процессы транскрипции, мы можем использовать репортерные гены, несущие различные сенсорные элементы, обычно взятые из промоутеров каких-то генов, отвечающих за данный процесс, для того, чтобы репортерный ген активизировался именно, когда специфический транскрипционный фактор оказывается возможен в ядре. Говоря, возвращаясь к вопросу практического применения, почему я вам говорил, что всегда мы хотим в голове иметь некий прямой клинический выход, когда мы задумались о возможностях прямой визуализации, мы решили, что наибольший интерес с точки зрения как практикующих врачей, так и фармакологических компаний, которые занимаются развитием визуализации, могут оказаться фармпрепараты, которые активно выходят на рынок для лечения, например, различных онкологических заболеваний. Среди препаратов, которые находятся здесь, присутствуют такие известные в последнее время бренды, как Иреса, Тарсива, Гливак. Вот все эти ингибиторы протеин-киназ, они имеют в своей структуре молекулы галогенов, которые легко могут быть замещены радиоактивным 18-м фтором или 76-м бромом или 123-м, 124-м йодом, которые позволяют нам осуществлять визуализацию с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Вот в качестве примера визуализация молекулы аналога Гливака
в модели опухоли, подкожной модели опухоли у животного, выращенный из клеток лимфомы мелобластного, точнее лейкоза К562, когда они сажаются под кожу, извиняюсь, то они формируют такую опухоль по типу лимфомы, и введя этому животному вещество, которое являлось структурным аналогом Гривека, и оно специально было разработано с помощью компьютерного дизайна для того, чтобы заполнять активный сайт внутри ABL киназ в виде мутанта BCR-ABL, который существует в миобластном лейкозе в виде филадельфийской хромосомы. Так вот, Гривак используется блокирование этой филадельфийской хромосомы и гибридного BCR-ABL белка, а наше вещество радиопробы оказалось также способно занимать тот же самый активный аллостерический сайт в ферменте BCR-ABL, и мы можем видеть таким образом специфическое накопление этого вещества в зоне опухоли. Практические применения для такого способа визуализации вполне резонно заключаются в том, что мы можем как определять будущие цели для применения терапевтических методов, так и отслеживать результаты лечения. Так вот, молекулярная визуализация, которую я сегодня представляю, способна установить, отследить биологические процессы на совершенно разных уровнях, начиная от молекулярного уровня, который может осуществляться как с помощью магнитно-резонансной спектроскопии, так, в принципе, с помощью позитронно-эмиссионной томографии, как в предыдущем примере, если мы метим специфическую молекулу. Затем макромолекулярный я вам проводил в примере, в качестве примера такую вот гибридную визуализацию с помощью мечения различных компонентов макромолекул. А передача сигнала мы с вами обсудили, мы можем отслеживать процесс передачи сигнала с помощью различных аналогов ингибиторов протеинкиназ. Транскрипционный процесс – это репортерная система со специфическими промоутерами. Субклеточный процесс – большинство из веществ, которые попадают в клетку, таким или тем или иным образом подвергаются компартментализации в определенные органеллы в зависимости от наличия на них определенных экспортных или импортных мотивов, комбинаций молекул, которые позволяют их импортировать, например, в лизосом или в аппарат Гольджи. С одной стороны, это структурная визуализация, которая позволит показать анатомически, где в организме располагается наша клетка. Для этого можно использовать любую структурную визуализацию, начиная просто от оптической фотографии, заканчивая компьютерной томографией или МРТ. Как для пациентов, так и для животных этот способ вполне применим, поскольку существует соответствующее оборудование. То, что касается функциональной визуализации, функциональная визуализация как раз относится к тому большому перечню методов, о котором я раньше говорил. Почему во многих ситуациях я все время ссылаюсь не на более дешевые оптические способы визуализации, а на радиоизотопную визуализацию, это опять же исключительно из практических соображений трансляции этого метода в конкретные клинические условия. В клинике только в течение последних 2 лет начинаются первые робкие попытки использование оптической визуализации с интероперационным введением флуорофоров и затем интероперационной флуоресцентной визуализации операционного поля. К сожалению, в макроорганизме большинство оптических способов визуализации не очень эффективны из-за большого рассеяния как видимого света при прохождении через биологические ткани. Я скажу вам даже на примере лабораторных животных, вот дальше на следующем изображении вы увидите изображение мышки и биолюминесцентной визуализации, мы вряд ли смогли бы
провести аналогично эффективно, точнее мы пытались, у нас не получилось проводить биолюминесцентную визуализацию у крыс. Разница в толщине, собственно, тканей мыши и крысы буквально несколько миллиметров, но этих нескольких миллиметров оказывается достаточно, чтобы потерять всю специфичность сигнала. Так вот, то, что касается возможности визуализации наших стволовых клеток, пересаженных, с помощью оптических методов. Здесь показаны результаты визуализации трансплантации стволовых клеток, полученных из костного мозга бедра мыши, с последующей трансплантацией через одну из самых крупных вен в организме животного. Доза клеток, которая была введена животному, составляла на этом этапе порядка 10 тысяч клеток на организм, то есть в пересчете на человека, на вес человека, это что-то порядка 10⁶ на килограмм, что в принципе соответствует стандартам для использования стволовых клеток для трансплантации костного мозга. В данной ситуации вы видите, опять же, гибридное изображение с использованием оптического, обычного светового диапазона оптической фотографии для получения контуров тела животного и затем специфическая биолюминесцентная визуализация для визуализации тех мест, куда распределились наши стволовые клетки после введения. Эта визуализация проводилась через 24 часа после введения. Почему я ее здесь привожу в качестве примера и подчеркиваю, что это 24 часа. Я не помню, видно ли это в данной презентации, но на словах поверьте мне, что в течение первых 24 часов судьба стволовых клеток, введенных системно, внутривенно, претерпевает существенные изменения. Основная причина заключается в том, что при введении и попадании соответственно, через венозную систему в малый круг кровообращения, большинство стволовых клеток на первые 12-24 часа остается там из-за того, что при прохождении капилляров легких стволовые клетки, они при введении, как бы мы хорошо их не разбавляли, не взбалтывали, не охлаждали, они всегда образуют микроагрегаты. Вот эти микроагрегаты, они, к сожалению, в течение первых 24 часов застревают в капиллярах легких, затем они уже, попав как бы, в физиологическую среду, дезагрегируют и дальше путешествуют к своему основному месту распределения. Как вы видите, здесь вот в основном в длинных трубчатых костях у данного животного. Затем мы видим уже накопление в основании черепа и, соответственно, в костях таза и грудной клетки. В итоге во всех местах, где у мышки может располагаться костный мозг,